А сейчас мистер Старк сделает свое заявление. Он не будет отвечать на вопросы. Спасибо. Мы давно не встречались. В этот раз я буду читать по бумажке. Говорят, я замешан в событиях на шоссе и на крыше. Будто бы я... Извините, мистер Старк, вы надеетесь заставить нас поверить, что ваш парень из охраны даже в реакторах разбирается? Отбросим факты, которые... Знаю, не очень убедительно. Но недоверие к этой официальной версии одно, и совсем другое предполагать эти дикости, намекая, что я какой-то там супергерой. Я не говорила, что вы супергерой. Нет? Mm-mm. Верно, поскольку нелепости вроде этой... фантастика. Я просто не гожусь в герои, это ясно. С моим-то списком недостатков и ошибок, совершенных в основном публично. Просто читай с листа. Да. Скажу честно. Я железный человек.